Всем привет! Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что основной проблемой данного вида спорта в России является дефицит тренерских кадров. Во вторник Горшков был переизбран президентом Федерации фигурного катания на коньках России на отчетно-выборной конференции организации в Москве. Основной проблемой нашего вида спорта, да и других видов, является дефицит тренерских кадров, и особенно он ощущается в регионах. Было несколько предложений от представителей регионов, как эту проблему лучше решить. Как, например, было предложено, чтобы молодые тренеры были закреплены за региональными школами, а мы им будем оказывать методическую помощь, сказал Горшков журналистам. Было также предложено создать систему переходов спортсменов из регионов, которая пока не прописана, добавил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!